В минувшие выходные в селе Сыресе Порецкого района сгорел жилой дом. В пожаре погибли его хозяева. Сейчас в Следственном комитете республики выясняют все обстоятельства этого происшествия. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. На месте жилого дома и бани осталось только пепелище. Очевидцы говорят, что здание сгорело в считанные минуты. В эту злополучную ночь хозяева дома мирно спали. Останки 70-летних пенсионеров позже были обнаружены на месте пожара. По всей видимости, супруги попросту не успели выбраться из дома. В живых остался только их сын. Именно он увидел, как во дворе загорелся сарай. Возгорание заметил их 49-летний сын, который проживал вместе с родителями. Он проснулся от треска горевших надворных построек, сразу же разбудил своих родителей, после чего побежал к соседям вызывать пожарных. Вернувшись, он обнаружил, что родителей на улице нету. Мужчина попытался зайти в горящий дом, но не смог этого сделать из-за сильного огня и едкого дыма. Следователь отмечает, что потерпевший находился в состоянии шока. Сейчас он с различными ожогами госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается необходима медицинская помощь. Место происшествия следователи уже осмотрели, назначена пожарно-техническая экспертиза. Работу специалистов осложняет то, что дом и дворовые постройки сгорели дотла, но уже точно известно, что это был не поджог. По предварительной версии, хозяева дома отравили с угарным газом. Сейчас ее проверяют судебно-медицинские эксперты. Им приходится проводить даже серьезный химический анализ костей. Специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар. Не исключено, что сарай загорелся из-за старой проводки. Уже к жилому дому огонь мог перекинуться по кровле. Картину этого происшествия следователи восстановят уже в ближайшее время. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика.